Экзамен для меня всегда праздник, профессор. Похвально. Блин, ребятки, привет. Это видео вы посмотрите после этого, блин, апреля. У меня просто в голове каша. У меня послезавтра экзамен. Сегодня у нас 13 апреля, а экзамен у меня будет... Экзамен у меня будет 15 апреля. Просто я настолько сильно очкую, что я даже не знаю. Я последнюю неделю читаю, читаю, столько читаю, что просто не могу. Хотя я знаю, что нужно на экзамен идти с холодной головой. Сейчас я вам прочту маленький фрагмент того, что я должен знать. Отношения – это множество кортежей, соответствующих одной схеме отношения. Иногда, чтобы не путать, говорят отношения-схема и отношения-экземпляр. Иногда схему отношений называют заголовком отношения, а отношения – как набор кортежей телом отношения. На самом деле понятие схемы отношения ближе всего к понятию структурного типа данных в языках программирования. Абзац, просто абзац. Я вроде бы что-то знаю, а... Короче, только молю Бога и все. Желаю удачи сам себе. И не знаю, как будет. Посмотрим. Сердечко у меня, друзья, колотится, дай боже. Сегодня у нас 15 апреля. Время 11:48. В 13:00 у меня экзамен. Прям я очкую, капец. Сижу вот, читаю, повторяю. Будет за полчаса, я буду просто смотреть куда-то в небо. Ну, чтобы абстрагироваться от всего. Но страшновато. Сижу вот здесь, все повторяю, читаю. Просто капец. После этого кадра вы увидите меня либо очень веселым, на что я прям надеюсь, либо очень грустным. Но ни в коем случае не хочу, чтобы получилось вот так. За изобретение ставлю 5, по предмету неуд. Вот не зря говорят, ожидание хуже всего. Я жду подключения уже 1:20. Пока не алло. Recording in progress. Сергей Валерьевич, здравствуйте, можно ваш документ? Так, сейчас. Меня нормально слышно? Слышно. Вот так не видно, нет? Так, сейчас. Так, все, выбирайте его билет с 1 по 34, кроме 15, потому что... 11. Нашли вопросы? Так, сейчас. Да, нашел. Пришли вам вопросы? Да. Сейчас нашли. Так, сейчас, секунду. Так, меня слышно? Да, Сергей Валерьевич, билет у вас номер 11. Мы вас слушаем, у вас первый. Так, билет номер 11. Первый вопрос. Корпоративные компьютерные сети, принципы организации. Ну, начнем с того, что корпоративные сети, они созданы для быстрого обмена данными между людьми. И они разделяются на локальные, региональные и глобальные. Топология сетей – это шина, кольцо и звезда. Что еще по этому вопросу? В сетях чаще всего какой тип? Ну, если брать глобальные сети, как интернет, то тут гибридная, потому что... Ладно, хорошо, давайте четвертый. Четвертый, да?
рассчитать объем следующего графического файла, но я рассчитал это 3,932 мегабайта. Правильно? Верно. Неверно? Верно. Хорошо, ладно. Экономические функции государства. Так, это у нас пятый вопрос. Начнем с того, что государство само является активным участником всех экономических процессов. Что у вас? Наверное, не знаю. Сергей Валерьевич, вы еще заказчику посмотрите еще раз. Да, оценка отлично у вас стоит. Да, конечно, вполне. Вы не поверите, вы просто не поверите. Я сдал экзамен на отлично. На отлично. Хоть, после экзамена и можно сказать, что, зря переживал, 5-10, но все-таки без какой-то маленькой базы знаний все равно как-то не обойтись. То, что оценка отлично, круто. Круто! Скоро впереди еще защита диплома, потом уже все отметим. Я безумно рад. Все, товарищи. Государственный экзамен сдан. Хорошо. Знаете, порой казалось, что я могу завалить этот экзамен, как и многим всем, кто его сдавал. Мне попался билет номер 11. В нем было 5 вопросов. Сдавали мы этот экзамен онлайн, то есть по видеосвязи. Вам может показаться, что это довольно легко, но, во-первых, все происходило на площадке Zoom. Нужно было всегда сидеть, смотреть в камеру и показывать, что ты делаешь. Если пропадало изображение, там сразу же ответственный человек говорил о том, что вас либо не видно, либо не слышно, либо что-то еще. И также нельзя, чтобы в комнате, кроме тебя, кто-то находился ближе, чем на 3 метра. И это был пипец. Я себе на листочках А4 маркером писал разные так называемые заметочки, чтобы было легче отвечать на вопрос, когда меня вызовут. Тут вы ничего не поймете, тут надо было как можно больше вместить информации. Но я это сделал.